конца июня индекс доллара США в постоянном падении потерял уже около 5% своей стоимости. И пока медведи удерживают инициативу на своей стороне. Означает ли это, покупатели американской валюты отступили окончательно? Как показал опыт иены, даже многолетний аутсайдер долларовой шестивалютной корзины в какой-то момент готов сразиться с конкурентами за более сильный курс. Так что многолетние долларовые быки так просто с арены точно не уйдут. И поскольку в конце этой недели экономический календарь выглядит очень насыщенным, полученные данные вполне могут откорректировать намерения Центробанка США перед его заседанием, которое состоится 17 и 18 сентября. Кстати, некоторые аналитики уже предостерегают инвесторов от слишком смелых прогнозов по поводу способности ФРС действовать быстро и агрессивно. Если их ожидания не оправдаются, то предварительные продажи доллара в таком случае тоже окажутся чрезмерными. То есть медведи продавцы рискуют слишком сильно растянуть эластичность доллара США, а когда и если что-то пойдет не так, то выход из такой ситуации может оказаться очень болезненным. Ну а пока индекс доллара готовится завершить август на самом высоком падении месячном э, с ноября 2022 года. После тестирования отметки в 100,5 пункта первой половины торговой среды американская валюта консолидировалась ниже сопротивления в 101 пункт и готовилась реагировать на поступающую экономическую статистику из США и Европы. Напоминаем, что о влиянии актуальных отчетов на курсы валют мы подробно рассказываем в нашем календаре трейдера. В частности, ожидаются данные по росту валового внутреннего продукта США за второй квартал, а также уровни потребительской инфляции, которые являются предпочтительными показателями для американского регулятора. С не меньшим интересом рынки приглядываются к отчету американской корпорации NVIDIA. Цена ее акций по сравнению с 2019 годом выросла примерно на 3000%. А при рыночной капитализации NVIDIA в 3 триллиона 200 миллиардов долларов движение ее акций влияет на более широкий рынок. Что касается индекса S&P 500, то его позиция на Уолл-стрит сегодня уверенно настроена на повышение внутридневного диапазона 5593-5631 пункт. Недалеко от своего 13-месячного пика, достигнутого в начале недели, торгуется сегодня и единая европейская валюта. В ожидании очередной ключевой статистики, цена евро по отношению к доллару США находится в стадии отката. В среднесрочной перспективе район локального максимума пары отмечен в диапазоне 1.120-1.1250. Активность продавцов 26 и 27 августа была низкой, поэтому каких-то радикальных изменений нам не наблюдается. Для продолжения роста курса евро БК необходимо продвинуть и стабилизировать котировку выше сигнальной технической линии на 1,1250. В этом случае среднесрочный тренд будет продолжен, и покупатели выведут пару на новые ценовые уровни. Тем не менее стоит иметь в виду, что текущее движение курса евро-доллар все еще находится э, в, в течение движения, э, что в текущее движение курса евро-доллар все еще находится в фазе все-таки отката, и это вписывается в тактовую составляющую восходящего тренда. Таким образом, допускается возможность еще некоторого снижения амплитуды евро в рамках текущего импульса для дальнейшего роста. Фьючерсы на нефть марки Brent после значительного роста более чем на 7% за предыдущие три сессии тоже сегодня снижаются. Активность покупателей черного золота была спровоцирована опасениями эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прекращением добычи на ливийских месторождениях. Сейчас напряжение на рынке все еще сохраняется, однако в период затишья слово взял технический анализ, а его индикаторы сигнализируют об усилении сделок на продажу из-за возвращения котировки ниже отметки 80 долларов за баррель. В случае, если цена стабилизируется ниже этого уровня, Нисходящий цикл будет продолжен, тем более, что уныние по поводу китайского спроса вновь вышло на первый план, так что экономика и технические индикаторы могут вместе противостоять информационному политическому потоку из Ближнего Востока и удерживать бренд все-таки на понижение. А вот по валютной паре доллар-рубль пока никаких радикальных изменений не наблюдается. Ее котировка продолжает движение на пике своего восходящего цикла, колебаясь в диапазоне между уровнями в 90,5 и 92,5 рубля за доллар. Причем потенциал для дальнейшего роста пары сохраняется. Основной виток покупателей доллара США ожидается после того, как цена пары стабилизируется выше уровня 92,5 рубля. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Евро и доллар создали идеальную пару, от которой у меня просто кружится голова. Когда они попеременно падают и растут, я просто пытаюсь не упасть, следуя за их курсами.